крыжовник на огороде. Варим пятиминутку, очищаем крыжовничек, хвостики режем. Вот, всю баночку так перечистим. Давай. Начистили крыжовничек, его в миску и засыпаем песочком. Килограмм песку на эту банку, побольше. Крыжовник, он все-таки кисловатый. Высыпаем. Можно немножко высыпать, как сок даст, еще досыпем это же. Ставим на огонь. Чтобы не подгорело. Постоянно перемешивай, перемешивай тщательно. Вот уже она такая достаточно жидковатая получилась. Можно песочек добавить. Остальное. Килограмм вот мы высыпали. И еще надо будет добавить половиночку песка. Варенье варят. Банка ягод, значит, полтора банки песка. Вот мы песок банку добавили, и еще половиночку добавим песка. Высыпаем еще половиночку песка. И все, смешаем. Варенье не забродит, не кислым будет и постоит подольше. Пятиминутка будет. Как закипит. Варенье у нас уже скоро оно закипит. Оно сок дало. Закипит. Мешаем тщательно, снимаем пенку. И 5 минут от кипения считаем. Даем время закипеть его. Пеночка образовывается. Начинаем опять помешивать. И пеночку снимаем. Средненький огонь, огонечек. Помешиваем и снимаем пеночку. Пять минут засекли, потому что закипело варенье. Потише делаем, чтобы не уходило. В таком виде 5 минут хлюпать. Состояние. Пять минут прошло, сняли последнюю пеночку. Даже лучше выключить. Сейчас пеночка образуется, такая пеночка. Ее мы снимем. Всю. Серединочка. Варенье готово. Это ягод как ягод.
маленькая ложка. Оно такое сейчас жиденькое. Застынет, будет густое. Приятного аппетита!